Валентина Кузелева в числе первых жителей поселка Управленческий пришла в пункт приема обращений, чтобы рассказать о коммунальных проблемах своего дома. 3 года протекала канализационная труба, а управляющая компания бездействовала. Как только женщина сообщила об этом главе региона, проблему удалось решить. И когда я узнала о том, что вот здесь и сейчас можно обращаться, да, я обратилась к девочкам здесь и сказала о том, что вот такая вещь у меня с 21 года, никто не приходит, никто мне не помогает. Ну, меня записали, потом сказали, что постараемся вам помочь, пока устно. И действительно, вы понимаете, через несколько дней, короче говоря, на следующей неделе, неожиданно слесаря, сразу 3 слесаря пришли и за 2 дня все сделали. Пункт приема обращений в поселке Управленческий начал работать с 25 июня. Его разместили на базе общественной организации «Красноглинский районный совет ветеранов». Председатель совета Любовь Филиппова говорит, что каждый день люди приходят сюда с разными проблемами. А здесь народу бывает очень много. Вот 10-го было очень много народу июля. Очень и стояли, сидели, спрашивали, писали. По словам волонтеров, жители волнуют проблемы в сфере ЖКХ, транспорта и благоустройства. Марина Михеева пришла в пункт с просьбой расширить автобусные остановки. Женщина рассказала, что часто ездит на общественном транспорте и видит, что остановки не соответствуют установленным нормам. Утром ехала в город, в ливень попал, ноги вся мокрые. Ни дождь, ни снег, ни солнце, ни ветер ничего не закрывает. Раньше, в былые времена, я помню, здесь были кирпичные остановки, большие, стояли от дождя, от солнца, от всего могли скрыться. А сейчас для красоты, можно сказать, остановки сделаны. Просьбу Марины Михеевой передадут руководителю региона. Обращения жителей принимают в каждом районе в будни с 9 утра до 6 вечера. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.